Спасибо большое, уважаемый Герман Магеранович, дорогие друзья. Действительно, у нас регулярное общение. К этому обязывают те решения, которые принимают наши президенты. В частности, прошлогодний визит Владимира Владимировича Путина в Азербайджан увенчался достижением целого ряда договоренностей, дальнейшим углублением нашего гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества. И интенсивность контактов по линии членов правительства очень высока. Недавно был здесь министр экономического развития Российской Федерации. Ожидается приезд со дня на день вице-премьера Дмитрия Рогозина. Концерт Мили Меджлиса в Москве был с официальным визитом. И Сергей Евгеньевич приезжает для участия в парламентской ассамблее ОБСЕ. Кроме того, готовим гуманитарный форум, в котором собираются при участии представителей 25 наших регионов. Тоже очень крупное событие. Ну и международные дела, начиная от Каспия, Совета Европы, где в комитете министров Азербайджан сейчас председательствует Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, все это нам создает.